происходит в этих 10 воплощениях. В образе Матси ты спасаешь Веды, в образе Курмы держишь на своей спине гору Мандару. Как Вараха ты поднимаешь своим клыком землю, а в образе Нарисимхи разрываешь грудь Дайте Хираньяку Шипу. В образе Ваманы ты обманываешь царя Дайте в Бали, попросив у него столько земли, сколько можно отмерить тремя шагами, ты делаешь 3 гигантских шага и отбираешь у него всю вселенную. Как Парашурама ты убиваешь всех погрязших в грехах Кшатрия, а как Рамачандра побеждаешь царя Ракшаса в Равану. В образе Баларамы ты носишь плуг, с помощью которого подчиняешь свои власти нечестивцам и подтягиваешь к себе реку Ямуну. Как Господь Будда, ты проявляешь сострадание ко всем живым существам, оказавшимся в этом мире, а как в Калки приходишь к конце Кали-юги, чтобы ввести заблуждение в лечь. Вот такой у нас удивительный Господь. И давайте споем этот не менее удивительный баджан. Пралая поет Винджале Дритавана Сивера. Вахита, Вахитра Чарита, Акхеда. Кешава Дрита, Мина Шарира. Thank you.
Jai Jai Shri Krishna.